Тут что, и щиты пробиваются? Я не понял. Я его как-то через щит прострелил его. Не, я одного прострелил как-то через щит. Рашить, наверное, не будем. Боты сзади.
верхняя вылезет. Синяя ласка. Давай, ты ботоп подстреливай, я турельки. Ребят, там вообще мясо будет, если вдвоем.
Терминка есть? Гранаты. Я одну гранату профукал. Да, одному тут вообще не выжить. Ну выжить-то можно, но долго проходить. По-любому знак надо будет брать. Ну, можно без знака, но это очень долго. Пока ботов отстреляешь на каждой волне яиц этих. Перезарядка. Сбоку, сбоку, справа. У тебя есть граната еще? Ну, у меня есть еще одна новогодняя. Я пошел взрывать. Отстрели ботов. Все. Ну, тут уже поинтересней.
пистолета быстрее убьешь, чем с этой пары. Мясцо. Я уже понял. Ой-ой-ой, что-то пробивает меня там. Жаль, гранатки еще нету. Нифига их там топает. Вообще нема. Прикрой пока меня, я это вверх сниму. Готово.
спину себе тоже посматриваю, будут боты. Добивай. Зараза, отвернулся. Стреляй, наверное, ботов, а я турельки. Все, дальше проходим.
Была старая тоска. Он с пули так и не успел пострелять. Один раз вроде только. Да, вдвоем не так быстро, конечно, она сносится. А ты залез?
Капец, мы ее сейчас еще 20 минут долбить будем с таким успехом. Недалеко ли это я встал? Далеко. Эй, блин, боты такие же косые, как и я. Странно, я что, не могу пополнить боезапас этой трубы? Ну, а если с основного пострелять и добавить патроны, в это добавится? Да, это, конечно, тупо. Да. Ну, это не наш, в принципе, косяк.
О, у меня боезапас пополнился. Да, когда все израсходовал. Я уж на крайтеков решить начал. Пополнилось у тебя? Да ты из пары израсходуй, перезарядись парой. И тогда тут появится в этом. Или грену выкини. Все повыкидывал. Стоит. Пульнул. Я пульнул два раза. И ничего не изменилось. Стой, если я тебя пополню. Мне интересно, почему я урон не нанес этой Урсуле, если два раза попал. О, сейчас зашло хорошо.
Ну, следующая будет сложка. А потом и профи.